короче, сейчас на несколько раз будем выкручивать, закручивать. Тогда может быть, правда, это... не подходит. Размер шурупов, может быть, правда, не подходит. Сейчас закручу, все, я его закручу. Так, показываем вам. Вот здесь лампочка, кстати, есть. Она не работает. Не работающая, да? Ага. Вот эта полочка у нас инструмент. Вот это старое утепление, еще когда курочки жили, курочки. И вот такое помещение, оно, оказывается, небольшое. Вот, пол, я делаю один шаг, раз, делаю второй шаг, два. Вот два моих шага. Вот это мы хотим сейчас выровнять. И на них уже, короче, делать утепленный же потолок, накладывать, скорее всего. Вот, а вот здесь вот Дейзи все рыла-рыла. Ага. Вот, и вот так вон у нее вход. Здесь будем шторку ей заказывать, цивильную, хорошую, теплую. Если она ее не разорвет. Да, ну, естественно, и солому еще надо срочно закупать. Вот, сейчас мы ее привязали. Вот надо заделать еще. Да, еще. Роет это подкопы. Ага. О, еще дырка. Слушай, еще дырка образовалась. Ну, и подруга дай. Наша вон там. Все, сейчас Дейзи. Продолжаем. Дейзи. Деська. Быстро утеплять, потому что Деська. Быстро темнеет. Пол седьмого уже начинает темнеть. Красота неописуемая. Облепиха.